Думаю, что это командная ошибка. Так что нет такого, что вот кто-то ошибся или что-то там. Ну, команда ошибся в целом, и вот пропустили два мяча. Думаю, еще неплохо выглядели в начале первого тайма. И потом еще хорошо играли, но просто вот пропускаем. Все время первыми пропускаем, и просто тяжело отыгрываться. Не было такого, что вот именно с левого фланга мы даже не атаковали, но просто так получилось, что вот Падера чуть-чуть Игорь Падера. Активно играл. Валасия тоже активно играл, но больше туда выбивали мяч, левого фланга, и там подбор выигрывали, и там оставалось мяч, и так что... Поэтому. Просто получалось. Да. Не доигрывает команда вот в этой связке между там, полузащитой и нападением. Как ты думаешь, кто мог бы брать роль на себя вот плеймейкера в команде вот сейчас? Вот все, кто на этом позиции играет, то все могут получать мячи от меня, например, от центрального защитника. Но это я не могу сказать, кто лучше выглядит на этом позиции. Это тренер, если тренер решает, я так думаю.